вынужден был прекратить игровую деятельность из-за хронических травм. Гарри Невилл идет вперед. Передача в центр. Дуайт Йорк. Пас на Энди Коула. И 1-1. 1-1. Всего лишь четверть часа понадобилось манкунианцам, чтобы сравнять счет. Изящнейшая комбинация. Гарри Невилл. Давайте еще раз восхитимся вот этой трехходовкой. Великолепные передачи, как будто с закрытыми глазами это все делают, как фокусники разыгрывают комбинацию манкунианцы, автоматически посылая мяч в ту зону, где обязан быть партнер. И 1-1. 29-я минута. Это первая игра команд. Напомню, она состоялась 21 ноября 1998 года. Вторая пройдет на Олд Траффорде. Как она закончится, я скажу чуть-чуть позже. Гарри Невилл пасует в центр на Пола Сколза. Инициатива у гостей, но что совершенно неудивительно, памятая о том, кто такие.